Сегодня мы опять зашли на лыжах. Интересно, с этой стороны надвигается туман. С этой солнце. И, кстати, вообще никакого тумана нет. Очень здорово. Изначально вышли, было довольно тепло, где-то минус 8. Но обещали сегодня до минус 15, и вот сейчас вот начинает ощущаться. Вот небольшой морозец. Туман к нам приближается. Видим вот на КП-2 и дальше в лес. Как обычно. Ничего не меняется, солнце уже стало выглядеть немного больше. Сейчас где-то 12:30. 12:30. Смотрите, какая здесь красота. Специально сюда ехал, в эту сторону, чтобы белок поснимать зимой. А куда они все делись? Это я не знаю. Камушки вон, камушек много. Именно беличьи такие. А самих белок нет. Смотрите, какая красота здесь. Мы недалеко от дороги, что там на КП-2, круг 200 и 5 километров. Вот я на 5 километров свернул. Решил посмотреть белочек. Зимой здесь, ой, летом я бывал здесь, на велосипеде приезжал. Кстати, маленькие обновельшеньки, как тебе сделали. О, скорейщик целый. Вот эту кормушку я помню. Летом она тоже стояла. Я вот пошел такой красивый, красивый. Полтора часа все катаюсь. Накатал 7 километров. Ну, я берички останавливаю, снимаю. Особо не спешу никуда. Там что-то такое спрятано в этой штуке. Не знаю, тут что? Вот такое белое безмолвие сегодня. Как я говорил, все белое, все, красота какая. Невероятная.
И вот так вокруг все белым-бело. Только что была молния и громыхнул гром. Довольно интересно было заснять бы такое, конечно. Все, метель начинается. Такая подковатая погода. Совсем не лыжная. Далеко не лыжная погода. Такое. Но уже белый, но не безмолвие. Безмолвие закончилось. Начинается штормовое предупреждение. Надо быстрее бежать домой. Там, кстати, еще люди гуляют. Просто так идут. Без лыж. Меня удивило. Вот это. Прям от дома мне осталось. До КП-2. А потом еще где-то через озеро. Еще километра полтора. Мелкие вот где. Кстати, прикольно так, что камера снимает. Интересно. Такое качество. Как в рыбучем лесу. Снегопад начинается. Кстати, сегодня было штормовое предупреждение до 12 часов, но прошло. Как раз ровно 12, он прекратился. Но обещают вроде еще 19. Не знаю, пока погода благопрепятствует. Кстати, поехал на лыжне по лыжне, на которой никогда не ездил. Она не знаю, когда она ведет. Народ особо-то и нет. Снегопад начинается. Кстати, сегодня было штормовое предупреждение до 12 часов, но прошло. Как раз вон 12, он прекратился. Но обещают вроде еще 19. Не знаю, пока погода благопрепятствует. Кстати, поехал на лыжне. По лыжне, на которой никогда не ездил. Она не знаю, когда она ведет. Народ особо-то и нет. Реально белое безмолвие. Надо возвращаться домой. Иначе все сейчас лыжню засыпет. Вообще скоро не буду видеть, куда двигаюсь. Ну, в принципе, если это видео выйдет, значит я до дома добрался. Да. Давно такого не было, снегопада.